Очистная насосная водонапорная станция в местечке Авдотино – основной водозабор города Иваново. Две трети воды, поступающей к потребителю, поступают именно отсюда. Однако механизмы станции долгие годы нуждались в модернизации. И не так давно она началась. Уже готова проектная документация, приобретено оборудование, начались монтажные работы по реконструкции насосных станций первого и второго подъемов. Стоимость работ – почти 100 миллионов рублей. Планируется полностью реконструкцию завершить к концу года. Модернизация, которая проводится, она позволит на 40% сократить расходы на электроэнергию, которую водоканал оплачивал в связи с подготовкой, значит, качественной питьевой воды. Это тоже экономия, которая позволит в дальнейшем держать цены на водопотребление для жителей на более стабильном уровне. Вы знаете о том, что у нас были периоды, когда были самые дорогие услуги по водоснабжению, водоотведению. Сегодня мы значительно снизили эти нормативы, и наши соседи нас уже по этим нормативам обогнали.